Касимовские села Поповы и Ахматовы прославились на всю страну. Миллионные паблики в социальных сетях и новостные агентства распространили фотографии разбитой дороги между населенными пунктами со свеженарисованной прямо поверх луж, ямы, грязи сплошной разделительной линией. В Рязанской области нанесли разметку на яму с водой. Это здорово, потому что теперь ни на Рязанской дороге ни одна лодка не выскочит на встречку, и все. Информация с фотографиями впервые появилась в группе «Типичный Касимов» ВКонтакте. Комиссия двух министерств установила, что разметку нанесла волгоградская фирма-подрядчик. Ее представитель, в свою очередь, заявил, что нанести разметку попросил за вознаграждение неизвестный. Впоследствии в социальных сетях появились фотографии с закрашенной разметки. Полицейские уже опросили подрядчика, дорожного мастера и двух рабочих. Будет ли произведен ремонт этого участка дорог? Когда? До 10 июля. По поводу дорожной разметки, нанесена ли будет новая дорожная разметка? Понятия не имею, это не мой вопрос. Угу. А кто выполнял вот эту разметку? Понятия не имею тоже. Хорошо, спасибо, всего доброго. Хорошо, ага. Напомним, Рязань уже не в первый раз попадает во внимание Ивана Урганта. В ноябре 2013 года исполняющий обязанности главы Рязанского Росприроднадзора Алексей Григорьев, ставший фигурантом уголовного дела о браконьерстве, попал в шоу. Иван Ургант сообщил о создании фонда защиты чиновников и продемонстрировал его эмблему, практически копию эмблемы Всемирного фонда дикой природы, но с лицом человека. Второй раз Рязань упомянули в вечернем Урганте в сентябре прошлого года, когда у хоккейного клуба «Рязань» появился новый талисман – хоккейный гриб. Напомним, при создании талисмана выбирали из нескольких вариантов – от разных животных до Евпатия Коловрата и косопузого мужика.